Заправляем два шахмана. Всем привет. Ты всю трубку откручиваешь, да? Я уже снимаю попутно, не удержался. Качает, да и весь. Мой резинки дубеет на морозе, он уходит. Поэтому приходится добавлять. Вот эта дура вообще здоровая. Охренеть, когда сюда подъехал, сейчас будет отъезжать, я сниму, покажу вам. Я вообще вон какой маленький, по сравнению с ним. Заправляем пожерика. Резина у него здоровая, стоит. Резина офигенная. Заправляем. Маме, папе. В смысле, это американский хайджек, он не ломается, а китайские гнутся, как ты говоришь, ломаются. Ну, во всем интернете так. Это, ребята, специальный домкрат для поднятия вот этого вот УАЗика японского. Ну что, как сейчас будет, нормально? Нравится? Все, антибактериальную обработку будешь делать? Нет. Антяк вайп, моем радиатор. Там вот обычно вся грязь скапливается между ними, между радиаторами, между основным и кондиционером радиатора. Вот это кондиционер. Надо его наклонить и мыть. И промыть все, что между ними. Сначала щеткой, потом водой смываем. Можно, ребята, на той же емкости системы добиться разной производительности по холоду, уменьшая или убавляя количество фреода. То есть, когда система выходит на вторую скорость по вентиляторам, холодопроизводительность увеличивается. То есть, можно вот добиться разных вариантов температуры на одной и той же системе. Дядя Леша, поедет радиатор. Работаем. Все по-серьезному. Поехали. Паркуем в паря. Приехал УСФ-5. Здорово. Привет. Сейчас будем делать антибактериальную обработку Пассата сухим туманом. Кое-как успел, через 3 часа уже приехал к этому тралу, уже экскаватор уже на трал погрузили. Потеряться, но сегодня день, в общем, жопа просто. Нигде не успеваю, просто капец на разрыв. Сегодня заправляем Volkswagen Crafter. Компрессор здесь поставили, сегодня от другой машины, грубо говоря. Сам он вот такой здоровый. Вы на нем на межгород, на деревню, на район ездите или куда? На межгород, да. Смотрим салон, сейчас покажу. Полноценный фактически автобус. Снизу даже эти у него стоят. Вся система обдува здесь стоит, индивидуальная, у каждого пассажира. Такая большая-большая газелька. Но он прикольный автобусик. Как в самолетике небольшом. Сверху люк. Вот такой, ребят, Volkswagen. Я думал, давление турбины. Вот такой красавчик. Volkswagen Crafter. Все маленько дует, да? Сколько градусов? На руке. Не, ну он дует уже нормально. Уже более-менее. Значит, у меня система не 1,2 килограмма, а килограмма 2,2, наверное. Или 2,4. Здесь можно определить по разнице. Вот эта сторона хуже дует. А левая сторона дует вообще хорошо. Видимо, у тебя магистраль начинается по левой стороне. Вот здесь вот температура градусов на 5 меньше. Так. Вот он должен такой быть прозрачный, дополнен. Ну, сейчас прозрачный. А знаешь почему? Потому что ты второй кондиционер не включил, и первый у тебя уже полный.
включай задний. Первый у тебя наполнился на 450 граммах. Вот у тебя отдельный пульт, да, здесь. Подул? Нет. Должен быть кнопочка вот на левом. Все. Теперь у тебя задуло, правильно? Да. Заправляем теперь второй. Понял. На недовесе должно остаться 13 ровно, а у тебя еще 13.50, а кондиционер еще не работает, еще 50 грамм. Задний включили, сейчас задний добьем. Ну, вентилятор вышел на вторую скорость. Должен сейчас уже задуть у тебя. Колеса на каждом мосту, только сзади у него 8 колес. Спереди еще по 2 колеса на мосту. Получается, и спереди еще 4 колеса. Капец. Все, хоть удачно, что процесс идет. Понял. Ответ понятен. Не, ну ты крутишь, по крайней мере. О, есть. Резинки толпишь, да? Я не знаю. Да, резинка уже мертвая, пластиковая. С этой тоже бежала, да, по-моему? Нет, нет, с этой нет, с этой нормально было. Сейчас резинку здесь поменяем и все. Так, зажигаем горелочку, плиточку. Опа! Будем греть воду. Вот это здоровая дура! Капец! Пока кипятка не нальешь, ни хрена не идет. Понял? Выведено на люстру. А на крыше что у тебя? А, там багажник, сейчас снимем, кстати. Чисто дорожный, там плохо. Антибактериальную обработку. Все, салоны поменять, и все, и будет все обслужено. 15 по 16 нагнетанию, 2 на отсасывание. Вентилятор пока на первой скорости работает. На первой. Давление пошло. Вентилятор на вторую выходит. Так, пытается выпариться. Сейчас, видимо, будем у него промывать радиатор. А тут давление низкое, а тут оно играет на высокое. Так, сейчас на солярисе будем радиатор мыть. Здесь, короче, надо снять вот эту вот штуку. И потом на защелках, она здесь по низу защелка. А дальше тут получается, сейчас будем снимать вот эту вот. Вот это вот крепление и вот это вот крепление. А потом 4 вот этих болта. Да. Нет, это на Кондратюка мы были. Катались. Я его загнал в снег и там буксовал очень сильно. Это подогрел, да? Подогрел, да. Вкладыш провернул и прикипел. Так на нем уже ехал, если он включал. Я всех еще обогнал. Уже, уже выехал. Да, да, да. Круче крепление радиатора. Так, теперь вот эти вот штуки откидываем и снимаем вот эту защитную пластину кожуха. Оп. Так, ага. И тут теперь крупно, да. Вон, видишь, по низу. У вас по низу там вся грязь, вон там вот внизу. Вот именно по низу радиатора. То есть он по низу забит пылью и грязью. Промываем, в общем, между радиатором, между основным и кондиционером. За камерой. Это для тех скептиков, кто говорит, что туда якобы, когда под прямым углом моешь, не попадает. Все попадает. Там была грязь, теперь ее нету. Все смыто. Без щетки. Заправляем Pajero. Pajero Sport. На комфорсиях.
Эта машинка у нас участвует в оффроудах постоянно. Идет она офигенно. Тогда она выиграла зимой в горку. В первом туре, в первом раунде она всех сделала. А нет, сколько лошадок? Ты тогда говорил, я забыл. 160 лошадей. Всего. И она тогда первая приехала в горку. Тоже вот на этой резине, да? Да.